Юбилейный 55-й международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» станет одним из самых ярких культурных событий всероссийского масштаба. Об этом во время встречи с журналистами сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль стартует в Большом зале Ленинского мемориала 2 марта. В этом году «Мир. Эпоха. Имена» будет посвящен столетию русской революции. Этот фестиваль – это дань уважения к истории. Этот фестиваль – одно из ярких событий, которое пройдет 19 марта. Это некое отношение к истории и небольшое посвящение к столетию русской, Великой Русской революции. Музыкальный фестиваль вот уже более полувека радует ульяновских слушателей выступлениями именитых артистов и известных коллективов. И этот год не исключение. На открытии выступит дуэт пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева и Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Открытие фестиваля, мне кажется, тоже впервые. Мы будем играть чистый джаз с великим пианистом Денисом Мацуевым. Он не только великий музыкант классической музыки, но он еще и джазмен, которых, в общем-то, в мире таких нет, потому насколько он оснащен технологически за счет классической музыки, совершенно фантастически играет джаз. Мало кто может достигнуть такого уровня. Второй раз оркестр выйдет на сцену 19 марта вместе с Магнитогорской хоровой капеллой. Они представят патетическую ораторию Георгия Свиридова на слова Владимира Маяковского. Именно это произведение мощно и убедительно подчеркивает главную тему фестиваля – столетию русской революции. В целом программа фестиваля включает 10 концертов различного формата в Ульяновске и 5 концертов в других районах региона. Зрителей ждут шедевры отечественной и зарубежной музыкальной классики, выступления выдающихся музыкантов-виртуозов, мастеров академического и джазового вокала. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.